Все началось далеко за полярным кругом в поселке Хатанга, в одном из самых северных населенных пунктов России. В этом небольшом поселке проживает около 3000 человек. июля 2016 года. После многодневных сборов начинается увлекательное и опасное путешествие через два моря от поселка Хатанга до поселка Диксон. Экспедиция наша называется «Затерянные острова». Пройти этот маршрут нам предстоит через легендарный мыс Челюскин, попутно посещая острова, на которых редко бывают люди. Нас 6 человек. Для каждого это не первая встреча с суровым дыханием Арктики. И 7-й самый главный участник – это наш тримаран Финвал. Первый этап – пройти реку Хатанга и Хатангский залив. Общая их длина – чуть более 400 километров. Сейчас в этих местах полярный день. Поначалу двигаемся не спеша. Небольшие расстояния, но длительные остановки. Каждый занят своим делом. Андрей Семенов – специалист по морским млекопитающим. Светлана Евфратова – ботаник. Сергей Важов – орнитолог. Николай Лялягин – метеоролог, Михаил Вершинин – фотохудожник и я, Семен Дияк – видеооператор. Позади остаются небольшие поселки – Жданиха, Новорыбная, Сандаску. июля. Мыс Сибирский. На берегу ведутся строительные работы. Беда этих мест в том, что здесь обнаружены крупные запасы нефти. Отсюда начинается море Лаптевых, самое суровое из 6 морей Северного Ледовитого океана. Непредсказуемое море. Не льды, так шторм. Не шторм, так мелководье и в придачу густой туман. В море Лаптевых насчитывается несколько десятков островов, многие из которых нам предстоит посетить. И первый из них – остров с красивым названием Преображение. Издали видны строения. Это заброшенная полярная станция. Это уже территория Якутии. Планы наши провести здесь 2-3 дня. Полярная станция Преображение. Ого! Банный день! Арктика! Бра! Интересно. Если
завтра не затащит до конца. К вечеру уже было понятно, что северо-западный ветер потихоньку закрывает выход с острова льдом. Чтобы наш тримаран не разливало льдами, пришлось лопатами копать канал и спрятать его в небольшой лагуне. А льды в море все больше сплачивались, и возникло большое непроходимое поле. Почти неделю мы провели на острове. Не самое плохое место для заточения. Шикарная библиотека, оставшаяся от полярников. Один из самых больших птичьих базаров в Арктике. Только вечером 6 августа нам удалось с большим трудом покинуть остров. Финвал медленно идет среди льдов. Андрей с тревогой смотрит вдаль. Нет ли спасительных разводьев? Показался высокий крутой берег. Это мыс Цветкова.
потрясающий вид сверху. Остров Преображения кажется совсем рядом, хотя до него 30 километров. Августа. Сквозь туман и лед продолжаем путь к бухте Марии Прончищевой. Здесь тоже заброшенная полярная станция. Длина бухты более 60 километров. К западу от бухты лежат горы Быранга. Здравствуйте. Знакомый лифт. Встреча с жителями острова Большой Бегичев. Третьего числа. Нефтяники, да? А внизу сами видели дело, нет? Ну, моржей. Не видели? Их не было. Косы есть, я имею в виду там дохлые там киты, моржи. Термообразионные берега. Вечная мерзлота оказывается не такая уж и вечная. Волны и положительные температуры разрушают ее. Берега постепенно съедаются морем. Площадь Таймыра уменьшается.
Странный, конечно. Руки жалко. На острове Псов вот-вот рухнет маяк. August 14. Мы на острове Петра Южно. Ночью проснулись от сильного ветра. Песчаная буря закидала наше судно песком и мелкими камешками. Пришлось переехать в более защищенную бухту. На острове стоит заброшенный маяк. Здесь с нами приключилась ситуация, как на острове Преображения. Мы оказались заперты льдами. Чтобы освободиться из плена, пришлось разгрузить тримаран и на деревянных катках за 4 часа перетащить его через песчаную косу шириной около 100 метров.
Он вообще лучше через сутки. Ну, можно ходить, если. Я пока лучше в кедах ухожу. Так-то он, в принципе, готов. На острове Кришня мы увидели спящего белого медведя. Когда он проснулся, то убежал от нас. Но недалеко. Через полчаса мы встретились с ним на воде. После шикарной фотоохоты мы пришвартовались в большой льдине и пообедали. Еще одна встреча с жителями поселка Сандаску. Девятнадцатое августа. Остров Андрея. Рядом с ним небольшой островок Павла, большое лежбище лаптевских моржей. Thank you.
Видим мы ребра гренландского кита. Остатки скелета гренландского кита. Точно ребро. Вот это, не знаю, тоже похоже ребро. Ну, как видно, оно разрушенное, коричневое. Ну, трудно сказать, может быть, ему 100 лет. Вот. Тем не менее, это говорит о том, что они здесь водились. Были. Вряд ли их сюда течением мертвых притащили. А именно гренландского? Ну, по размеру. Просто тут больше вряд ли какой-то кит может быть. С каждым днем мы все ближе к мысу Челюскино. Несколько дней мы провели на островах Фадея и островах Вилькицкого. И когда до мыса оставалось не более 40 километров, сильный шторм заставил нас 2 дня провести в бухте Мот в устье реки Эльга. На мысе Папанина нас провожал белый медведь.
24 августа. Пройдя залив Королевы Мод, мы на мысе Челюскино, который известен среди полярников суровостью и недоступностью. Но эта его слава и побуждала арктических исследователей пробиваться к этому скалистому берегу. Небольшая справка. Мыс Челюскино – северная оконечность полуострова Таймыр и самая северная материковая точка Евразии. Координаты 77 градусов 43 минуты северной широты, 104 градуса 18 минут восточной долготы. Достигнут впервые участником Великой Северной экспедиции, штурманом Семеном Челюскиным, вместе с казаками Фофановым и Гороховым в 1742 году. К столетию экспедиции мыс был переименован из мыса Восточно-Северный в мыс Челюскин. В 1878 году мыс Челюскин посетил шведский исследователь Арктики Норденшельд, а в 1893 году норвежский исследователь Нансен. В 1932 году экспедиции Арктического института под руководством Рудольфа Самойловича на мысе Челюскин сооружена полярная станция. Вторую зимовку возглавил Иван Папанин, расширив станцию до обсерватории. В настоящее время на станции зимуют 6 человек. Небольшая экскурсия по мысу и чаепитие с командой метеостанции. Дальше наш путь проходит проливом Вилькицкого, который отделяет полуостров Таймыр от Северной земли и соединяющий море Лаптевых и Карское море. Длина его 130 километров. Ширина в самой узкой части 56 километров. Августа. Таймырский залив. Августа. Архипелаг Норденшельда. Кучно расположенные 90 островов обычно всегда во льдах. Самое непредсказуемое место и представляет серьезную помеху на трассе Северного морского пути. К счастью, мы его прошли без проблем.
30 августа. Залив Эклипс. Заброшенная войсковая часть. В 4 километрах от заставы на мысе Вильда стоит крест лейтенанта Колчака, установленный будущим адмиралом во время его полярных экспедиций 1905 года. Тридцать 31 августа. Полярная станция Стерлигова. За все время экспедиции у нас было 26 встреч с белыми медведями. Трижды они пытались залезть к нам в тримаран, пришлось отпугивать их выстрелом вверх. Из-за них мы ночами несли вахты. Третье сентября. Позади Пясенский залив. Место нашей крайней стоянки – устье реки Новоморжевы.
24 сентября заканчивается наша экспедиция. За 45 дней мы прошли на катамаране 2600 километров, посетили 18 островов, собрали обширный материал по флоре и фауне Арктики. Мы в Диксоне.